Так, давайте мы с вами, друзья, сделаем три таких колеса для гусеницы. Гусеницу сделаем потом, но сейчас нам нужны колеса сначала. А их три вида. Вот один из них вот такой вид. И теперь я нажму букву О. Возьму за вот это и вот так поступлю. Здорово. Так, теперь мне нужно вот это выделить вот сюда. Их таких два обода должно быть. Окей. Все скоро. Так, хорошо. Далее мы с вами должны сделать следующее. Возьмем с вами вот этот. Прекрасненько. Посмотрим сбоку. Где у нас сбоку? Вот он у нас сбоку. Это у нас солид, поэтому мы его и засолим. Вот так. Прекрасно. Этот обод подвинем направо. И скажем Shift D. Ставим его вот сюда. Здорово. Далее. Вот эту часть. Так. Вот так, допустим, да. И здесь чуть-чуть сюда подвинем. Посмотрим, как она выглядит. Да что ты будешь делать? Вот так. Это многовато. Да? Замечательно. Дальше. Подвинем сюда. Давайте сделаем следующее. Это будет у нас буква О. Кстати, любимая моя буква. Так. И еще раз. Еще раз буква О. Ну, чтобы два раза это не делать, да? Давайте сделаем следующим образом. Я возьму здесь сейчас прямую линию. Так.
Вот это скажу ABC, C. И скажу вот это. Ну, а тут нам нужно, конечно, цельную выделить. Так. C. Вот. Таким образом она у нас отрезалась. А в чем дело? Почему не отрезалась? Не захотел отрезаться. Здравствуйте. Вот я за это вас люблю. Где она у нас, кстати, находится, наша эта? Мы ее отведем маленечко дальше. Так, возьмем. Эту линию. И отведем ее вот сюда, допустим, да? Вот так. Вот. Сейчас она должна отрезаться у нас, как миленькая. Теперь заэкструдим вот это, да? И скажем вот это, и скажем отрезать. Меня всегда удивляет иной раз. Это я, или от моего неумения что-то происходит, или то, что... Я им говорю, что нам нужно вот от этого, из этого, нет, вот из этого отрезать вот это. Вот, теперь она отрезалась. Молодец. Окей. Вот, то есть сейчас оно вдруг получилось. Поэтому сейчас с вами сделаем следующее, чтобы не повторять все вот это, да, то есть мы пум-пум-пум, скажем Alt X. И вот так нажмем вот сюда. Тенс. Замечательно. Солид. Окей. Ну и естественно теперь букву Йот. Не пойдет она. Это меня все время напрягает такие вещи. То есть ты берешь вот это, да? Нет, не это. Это для отрезания, так?
Мне надо соединить это. То есть йод, по идее, йод должен быть. Вот оно, йод. Но мне хочется соединяться, хоть ты провались. Ладно, потом выясним, в чем дело. Ах, такие бывают тут моменты, которые я в силу своего малого опыта не могу никак придумать, почему это происходит. Да? Так, то есть теперь вот так. Теперь мы возьмем. Так, так. И она немножечко зависла. И еще раз. Та часть пускай немножечко воткнется, а это тоже чуть-чуть вот сюда. Угу. Вот. Ну и естественно солиду мы сейчас посолим. Здесь произведем такую операцию. Так, есть. И Alt X говорим вот сюда, но естественно он сюда пошел. Поэтому мы сделаем Shift D. Просто скопируем сейчас. Сами на глазок поднимем вот сюда. Да, окей. Так. Нет, это не тот был ход. Так. 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 Вот. Ну и теперь то же самое сделать сбоку. Вот здесь. А сейчас получится, потому что у нас симметрия вот здесь находится, да? Поэтому все должно получиться. Мы говорим Alt X. Я вот сюда нажимаю. Все. Окей, говорю. Так. Далее опять отримиваем, отримаем это все. Вот так, отримали, отлично. Ну и, естественно, ребята, мы хотим, чтобы вот эти вещи у нас были, конечно, я бы хотел, чтобы они были так. Вот такой толщины. Ну, это даже много. Хотя, окей. Далее мы выбираем вот это ребрышко. В ребра видим. Вот это ребро, вот это ребро. Вот это ребро. И вот это. И теперь вот так должно было это быть. Окей. Удалим, 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 удалим. Не нужны они нам. Так.
иди сюда, красавица. Ну, а тут мы с вами поступим следующим образом. Мы возьмем B, нарисуем. Так, стоп. Сначала вот так сделаем, потом сделаем U. А теперь вот так. Окей. Ну и дальше давайте включим все теперь. Видите, не совсем так, как мне нужно, но ничего. Ничего, ничего, ничего. Сейчас поправим. И сделаем их 6 штук, ребята. Окей. Для этого, скажем, array. Array. Вот. И скажем, серединочка. И скажем, 6. 6. Окей. И вот такая у нас такое колесо получилось. Вот эти вещи опираются на траки. Вот эти. Но это все увеличивает, так сказать, мощь, сопротивление, силу. Теперь сделаем ей красивый цвет. Сначала вот уберем отсюда все лишнее вот так. Теперь сделаем ей цвет красивый такой. Вот. И на этом закончим. Спасибо за внимание.